Специалисты пробуют, а финалисты конкурса «Твоя профессия, твое будущее» старательно готовят. Вкусно и полезно. При этом все как один снимают кожицу с рыбы, базового компонента конкурсного блюда. А зря. Есть такое понятие пищевые отходы и технические отходы. Так вот, технические отходы, они идут в мусорное ведро, а пищевые отходы должны использоваться. Потому что, как правило, в кожице и в таких вот вещах содержится достаточное количество ценных, ну, будем говорить, основных питательных веществ, в том числе и минеральных веществ. К примеру, плавники, чешуя или куриный хрящ делают вкус многогранным и одновременно питают организм коллагеном. Но все эти изыски – ничто, если хотя бы один из ингредиентов будет некачественным. Если бы, например, я сливки, которые добавлял в крем, не проверил бы на качество, они были бы просроченные, то у меня бы крем не получился, получился бы кислый и невкусный, из-за этого бы он испортил весь десерт. Судьи обращают внимание и на оформление. Ну, тут все понятно. Эстетическое восприятие усиливает аппетит. В качестве десерта я приготовила мусс на основе пюре из груши, парфе шоколадное, вишневый соус. Все это украсило свежей мятой, различным декором. Ну, в общем, такая задумка была необычная. 20 000 рублей и бурные аплодисменты еще раз. За креатив Анастасия Гвоздецкая получает серебряную медаль и сертификат на 20 000 рублей. А тем, кто не в призах, памятные дипломы. Участник телешоу «Адская кухня», опытный повар Лев Акимченко, уверяет, для него победа была не принципиальна. Вот этот конкурс больше это показать себя и не опозорить то, что заведение, в котором я работаю сейчас. Вот. И главная задача, что я встретил ребят, и плюс и старых знакомых, и плюс новых встретил, и познакомился с ними, потому что ребята необычные, хоть с одного, даже тезка присутствует мой, мне это очень приятно. Общепит от пандемии пострадал серьезно, но высокий уровень подготовки поваров, по мнению жюри, дает уверенность. Отрасль будет успешно восстанавливаться. Наталья Самойлова, Руслан Хомчиев, Ростов сегодня.